На неделе нас ждет сразу несколько праздников и памятных дат. С обсуждения подготовки к ним начал аппаратное совещание губернатор Сергей Морозов. Первая дата – трагическая. 22 июня, 76 лет назад, началась Великая Отечественная война. Традиционно в этот день в Ульяновске пройдет митинг реквием в память обо всех тех, кто не вернулся с полей сражений. Начнется он в 4 утра. Нужно еще раз вам всем внимательно посмотреть на ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Посмотреть не просто из окна своего кабинета, а прийти к каждому. Ознакомиться с теми условиями, в которых они находятся. Проговорить, нужна ли кому-либо из них помощь. Второе событие более радостное. Выпускники готовятся к вступлению во взрослую жизнь. В этом году ульяновские школы заканчивают около 6 тысяч юношей и девушек. И ничто не должно омрачить праздник прощания с детством. К сожалению, в последние годы на выпускные вечера тратятся родителями бывших школяров очень и очень большие суммы. По меткому выражению губернатора, выпускные балы постепенно превращаются в некую ярмарку тщеславия. Мы сегодня же сплошь и рядом видим, что начинается, так сказать, сбор приличных денег на так называемый, так сказать, вечера. Снимаются целые рестораны, кафе. Собираются деньги на подарки учителям. У нас есть определенная категория ребят, которые фактически могут не попасть на выпускной вечер. Ну нет у них там 8-10 тысяч рублей. Каждый выпускник должен попасть на выпускной. Эту мысль губернатор старался донести до собравшихся. Контроль в этом вопросе будет за каждой школой. Особо эта тема станет обсуждаться на грядущем августовском педагогическом форуме. Третий важный праздник – День молодежи. Он состоится в следующий вторник. В этом году мы с вами проведем традиционное мероприятие по занесению молодых людей в Золотую книгу молодежи. Очень прошу, чтобы это прошло с вашим участием. У нас будет ряд встреч с отраслевыми молодежными министерствами. А начнется празднование с дрифт-шоу на центральной площади Ульяновска. В прошлом году оно привлекло особое внимание зрителей, поэтому решено было провести шоу и в этом году. Губернатор напомнил об основной цели праздника. Он не должен стать обычным дежурным мероприятием, а поводом в очередной раз привить молодежи любовь к малой родине. И здесь можно стать успешным. Вот может быть такой посыл сегодняшней молодежи? Да должен быть кредит. А как? Давайте нам покажите, как вот на это нанизать наши мероприятия, чтобы они не получились просто шапки. И еще одно важное событие, о котором проинформировал министр искусства и культурной политики Ольга Мезина. Правда, пройдет оно уже в следующем году. Фактически уже получено официальное подтверждение того, что съезд молодых писателей весной 2018 года пройдет на территории Ульяновской области. Это с воодушевлением восприняли на всероссийском уровне. Они будут об этом говорить на съезде. Это же огромный, шикарный подарок для Ульяновской области, конечно. Это правда, Сергей Иванович. Спасибо вам огромное, что мы увидим эту инициативу. Будущее нашей страны. От возвышенного перешли к прозе жизни. Об уровне инфляции и росте цен на продукты питания доложил зампред правительства Олег Асмус. Почти на 70% за май подорожала капуста. Губернатор поручил разобраться в ситуации с ростом цен на овощи. Подложение сельскохозяйственной темы подвели итоги весенне-полевых работ и обсудили продвижение ульяновской продукции на местном рынке. По словам руководителя аграрного ведомства Михаила Семенкина, заключено несколько соглашений с ритейлерами и крупными торговыми сетями. Поможет в деле продвижения местного продукта и другой способ. И традиционно те работы, которые мы проводим ежегодно, это областные осенние, весенние ярмарки. Это, безусловно, мини-ярмарки, которые мы проводим на крупных промышленных предприятиях. Это в городе Ульяновске, соответственно, также. Это тематические мероприятия. Ну, вот в ближайшее время у нас будет Самбантуй. Там же, соответственно, представляют наши переработчики свою продукцию. Последний вопрос о парадке – сезонный. Подготовка к отопительному сезону. На минувший четверг, а мы по четвергам делаем еженедельный срез, готовность должна была составлять 26,3%. Мы констатируем, что идем с опережением графика на неделю. Готовность к отопительному сезону муниципальных образований составляет 31%. Затронул министр и тему грядущей модернизации котельных. Работы по замене оборудования уже начались в Базарно-Сызганском районе. На очереди стоят Корсун, Майна, Сенгелей и Языково.
Егор Цитов, Даниил Сурков, «Новости дня», «Ульяновская правда».